Всем аннёнг, это Хэйон. Я съездила в Японию, в северный город Саппоро. Поехали! Сначала завтрак в отеле. На завтрак пришла. Вот у меня такой уютный завтрак. Это что-то похоже на щи, либо солянку. О, сосиски. И это синнамон ролл, горячее молоко, вареные яйца и салат. Блюдечко с корицей такая сочная, сладкая и ароматная. И с молочком так хорошо. Сейчас готова гулять. Пока гуляла, я случайно попала в парк, куда японцы приходят праздновать Новый год. Здесь все еще много разной еды и напитков. Возле дворца горячие пары идет. Это, по-моему, праздничный напиток. Много людей молитву делают. Еще после этого они пьют какой-то белый напиток. Любопытно и заказала. Очень сладкий, как будто из меда. Супер сладко было. Хорошо на гуляде попить. Тут очень много уличной еды. Давайте посмотрим, может быть, поднимем что-нибудь. Решила такояки заказать. Обожаю эту закуску и в горе часто ела. Аригато гозаимасу. Это тесто внутри асмино. Это очень традиционная, по-моему, японская закуска. Соусом терияки и катсугуси. Очень нежные и вкусные такояки. По-моему, когда я улетаю из Японии, я буду набирать еще вес. Еще сосиску заказала. Это выглядит настоящая сосиска, которая прямо внутри мясо, мяско. Вообще не ожидала, что в Японии такие крутые сосиски. Суп прямо увлекает. По-моему, это самая лучшая сосиска, которую я в жизни пробовала. Я пришла в зоопарк, где можно увидеть зимних животных. И еще там отсюда начинается очередь, которые заедет в дворец. Я не знала, но сегодня отказывается в Японии праздник. День совершенно летний. Но не для меня. Мне уже 11 лет надо такое было. Там сова. Кс-кс-кс-кс-кс. Вау. Как будто у них голова крутится на 360 градусов. Он молится, что ли? Или спит? Челюсти чистит. Кс-кс-кс-кс-кс. Тут все животные очень хорошо сочетаются со снегом. Вообще красоты. Мне было холодно и ноги устали, и зашла в столовую в зоопарке. Я заказала луковый суп и кукурузный суп. Вот. Что-то мне не дали. Просто это вода и порошка. Хотя вкус одинаковый. На самом деле, моя цель, чтобы здесь посидеть, это смотреть это белого медведя. Тут много родителей с детьми ходят так. Очень мило. Теперь надо пообедать. Да, у японцев, по-моему, золотые руки. Смотрите, какая красота просто в середине парка. Кто такое создает? Просто обычный человек. Красота. Там две снеговика. Просто зашла в первый попавшийся открытый ресторан, потому что сегодня праздник и много места закрыто. Это мой обед. Я тихо говорю, потому что ресторан очень тихий. Я не могу громко говорить. Жареная устрица, капуста, соус и тофу. Еще разливное пиво заказала. Асахи. Приятного аппетита.
Очень вкусно, просто сразу чувствуется вот такой запах моря и внутри такой сочный. Мне дали соевый суп, ну, без ложки. По-моему, вот так. Надо пить просто суп. Нам дали вот эту жидкость в качестве подарок. Вы не знаете, что это такое. Это что это? Это просто вода или рис. Горячая вода. Хорошо, после пива. Хорошо, поели, теперь пора кофе пить. По-моему, я начала очень крутой кафе. Саппоро это, по-моему, снежный город, потому что очень много снега падает. Поэтому дорога немножко скользкая, но у них есть вот такое. Это можно любой человек взять и высыпать в дорогу. Очень удобно. Смотрите, вот такой пески. И не скользко. Пришла в кафе, там просто очередь, надо читать, я не знаю, сколько читать на улице, но тут очень уютно выглядит. Сегодня из-за праздники все кафе, рестораны очень рано закрыли, поэтому у нас нету опции, надо просто читать. Заказала яблочный тортик с корицей и фильтрованный кофе. Смотрела, как они готовят, и сразу захотелось. Когда в ресторан либо кафе захочу, тут всегда воду дают за это. Тортик с кофе стоит больше обеда. Такое чувство, что тут в кафе дороже, чем в ресторане. Тортик очень вкусный, это как будто пудинг, а не торт. С яблоком очень хорошо. Ароматно пахнет и еще с корицей вообще круто. Я сижу за очень старым столом, поэтому это дает очень хорошую атмосферу. Япония – родина покемонов, и зашла в покемон-центр. Сережки покемона. Это будет полезно. Получается маленький одеяло, который печу спит. Все очень мило, но, грубо говоря, это все просто красивый мусор, мне кажется. Носки. Я что-то думала, много чего знаю, но оказывается, я больше новых покемонов вообще не знаю, поэтому незнакомые покемоны очень много. Но они очень милые. Тут очень часто падает снег. Я сейчас иду в бар, чтобы перекусить, потому что в японском баре много закусочек и еды продаются. Японский бар называется Изакая, там все маленькие закусочки продаются, поэтому много чего заказали, потому что очень голодная, по-моему, я сегодня совершила 20 тысяч шагов. Будем много аппетитно есть с пивом. Заказала рис с мясом. Там здесь подается очень маленькая порция. Я думала, это картинка в два раза больше, чем на самом деле. Очень маленькая. Снег все сильнее идет. На самом деле в том баре невкусно было и решила еще поесть. Зашли в ресторан, где готовят прямо перед тобой на горячей плите. Это окономияки, жареные лепешки из разнообразных ингредиентов. С капустой, яйцами, мукой, свиной грудинкой и так далее. Очень аккуратно готовят, респект. Потом смазывают специальным соусом терияки и майонезом. И посыпают очень тонко нарезанной сушеной рыбой. Пока снимаю, вообще слюни текут. Аригато гозаимасу. И я еще заказала котлетки. Наконец-то нашли нормальный ресторан.
получается, это сладкая картошка и сыр. И печеньки какое-то. Котлетки прямо огонь. Всем снова аннём. Я сейчас нахожу маленький японский город, который находится недалеко от Саппоро. Сейчас кушать пошли. Буду есть суши. Я напиток не заказала, но мне дали чай. Очень горячий, хороший, чилюный чай. Хорошо было после холода. Еще интересный напиток в качестве подарка дали. Не ожидала, что лимон лежит там. Везде в Японии, в ресторане и кафе очень тихо, поэтому максимально тихо говорю. До того, как есть божественную красоту, на всякий случай поискала, как правильно есть суши. И в интернете рекомендую, чтобы рыба сначала на язык попала. Как бутерброд с колбасой? С тунцом. Может быть, меня обманули, потому что неудобно было есть. Рис довольно много. И рыба такой нежный, мягкий, очень вкусный. Каналь тут очень красивый, со снегом очень уютно выглядит. После суши пришла в местный бар. Они сами варят дунке. Дунке? Черное пиво. Уиси. Еще в качестве закуски к пиву заказала какое-то сортированное копченое мясо. Вот. Я думала, эта закуска будет немножко огромная порция, но вот такая. 8 штук. Аромат очень хороший, прямо чувствую печку. За окном жестко дует ветер. Прекрасный день, чтобы пиво пить. За меня. Может быть, сегодня из-за снегопада рано все закрылось. После того, как не удалось попасть в кафе, случайно нашла это место. Фрукты и овощи продаются. Купила сладкую картошку. Интересно, что тут пареные сразу продаются. Обычно у нас в Корее это копченые чаще всего продают. Да? Счастлива с сладкой картошкой и домой. Уиси! По дороге нашла милую закусочную, как будто зовет меня. Наконец-то рамен пробую. Сейчас 10:30, это место открыто до 2 ночи. Очень много японцев тут. Это рамен какой-то в бульоне, соевая паста. Очень густой, ароматный и вкусно. Вот. После прогулки со снегом такое хочется, горяченький, чтобы нагревать. Ну, конечно, немножко жарко, что тут кимчи нет. Мясо вкусное. На этом все. Путешествие получилось вкусно. Тогда, аннём!